Здравствуйте, друзья! Итак, мы продолжаем наш фестиваль. И опять небольшое организационное и организаторское вступление. Я сегодня так отрабатываю. Значит, Света, а поставь меня, пожалуйста, на главный экран. Да, спасибо, дорогая. Значит, что я хотела сказать вам, девочки дорогие, пожалуйста, идет конкурс на лучший рассказ о естественных родах. Этот конкурс нам помогает и поддерживает технически наш партнер, наш информационный, наша организационный, наша просто подруга Ольга, которая организовала ресурс Mintmill. И для вашего удобства, для того, чтобы вам было проще найти этот конкурс, посмотрите, пожалуйста, вниз под этим видео. Есть баннерочек, он самый первый слева, Mintmill. Пожалуйста, нажимайте на этот баннер, вы сразу попадаете на страницу конкурса, где мы предлагаем вам либо разместить свой рассказ о родах, если он интересный, если он какой-то волшебный, чудесный, возможно, он какой-то мистический или просто ласковый. Пожалуйста, печатайте его, регистрируйтесь на сайте, печатайте, просите своих друзей, рассказывайте об этом в Фейсбуке, ВКонтакте, просите, чтобы за вас голосовали. Будут призы нас, мы нашли спонсоров, которые выделили под этот конкурс, подарили нам фактически такие же мамы, как мы, призы, и эти призы будут, один будет приз по голосованию, а один приз мы будем от жюри конкурса. И я хочу поблагодарить торговую марку Леля, Леле маму Люлю в слинг. Все виды слингов, эрго-рюкзачки, аксессуары для слингоношения, разработанные слингомамой и опытным слингоконсультантом, заходите, пожалуйста, на сайт Леле, и там со страницы конкурса вы можете попасть на этот сайт. Это девчонка, как бы женщина, да, с которой я познакомилась, которая просто вот с открытой душой предложила нам слинг в качестве подарка для одного из, ну, для одного из приза, да. Это очень удобно. Девочки, я сама пользуюсь слингами и вам рекомендую, особенно в первое время, когда ребенок совсем маленький, ну, можно этим пользоваться, это очень удобно. Это главное, что это создает базовое доверие к миру для вашего ребенка, что очень-очень важно. И я хочу поблагодарить торговую марку «Мама Тута», которая предоставит хлопковую кофточку на период кормления грудью. Это «Мама Тута» – украинский производитель одежды для будущих и кормящих мам. В этой одежде вы можете покормить ребенка незаметно для окружающих в людных местах, и вам не придется оголять декольте или поясницу, так как одежда имеет специальные запахи в районе груди. Для вашего удобства «Мама Тута» дарит сертификат на сумму 250 гривен. И вы можете сами выбрать нужный вам цвет кофточки или подобрать что-то другое, обсудив это все с менеджером. Поэтому такой уже сертификат был разыгран в первый день нашего фестиваля, на открытие, и мы сегодня торжественно, можно сказать, его вручим. Я вам сейчас покажу, как... Как это выглядит? Света, это видно, нет? Это видно. Вот, Зифа Осташко. Зифа Осташко, мы приветствуем вас. Сегодня мы вам вышлем наконец-то этот сертификат.
Дальше у нас еще есть конкурсы, еще есть призы, участвуйте. Но я хочу обратить внимание, пожалуйста, идите по баннерочку Mint Milk и помогите нам организовать и разыграть эти замечательные призы. Света? Спасибо, Оля. Я хочу сказать, хочу добавить к тому, что сказала Оля, это еще один подарок для Зифы. Представьте себе, что Мишель Аден нашел все-таки время и откликнулся на нашу просьбу ответить на вопрос, который выиграл наш сертификат, ответить на вопрос Зифы, который касался того, что есть ли какая-то взаимосвязь между гормоном окситоцином, так называемым гормоном женской энергии, и развитием женственности в родах женщины, а также в последующем для ее дочери, если она была рождена в этих родах. Так вот, ответ звучит так. Окситоцин – это не только женский гормон. Он выделяется как женщинами, так и мужчинами. И он выделяется не только для рождения ребенка и кормления грудью. Однако же правда в том, что гормоны эстрогены, в большинстве своем это женские гормоны, усиливают поведенческие, то бишь бихевиоральные эффекты окситоцина. Вот такой ответ нам дал мастер, всемирно известный акушер-гинеколог Мишель Аден. Оля хочет что-то еще продолжить, или мы можем начинать представлять нашего спикера? Хорошо. Итак, пришло время, дорогие наши участники фестиваля, к тому, чтобы представить еще одну нашу спикера. На этот раз это спикер из Словении. Правда в том, что она является как раз той женщиной, которая отозвалась, не которую мы именно приглашали, которую хотели видеть в качестве именитых спикеров, но мы также хотели и вообще простых мам, которые выступят со своими темами, с теми, что им близко, потому что они действительно хотят делиться информацией с миром. Итак, я с удовольствием представляю вам Анну Павец из Словении, жену удивительную, маму четверых детей. И я вас очень попрошу сегодня, дорогие мои, чтобы вы ее поддержали, поскольку недавно, как раз перед вот нашим сегодняшним днем, за несколько дней, у нее тяжело заболел сын пневмонией, самый младший, которому почти 2 годика. Так вот, мы очень поддерживаем вас, Анна, вас как маму, как доулу, которая сертифицированная организацией Донна, которая является членом европейской сети Доул, которая публикуется на своем сайте под названием таким очень хорошим, близким «Я с тобой». Она же организовала курсы к подготовке к родам, очень много публикуется в местных журналах, ведет свой онлайн-клуб для мам. Она до своего выступления немножко поделилась со мной секретами, как она подбадривает мам. И я думаю, если вы зададите ей вопросы затем, после ее вебинара, она с удовольствием ответит, что за секреты она прячет, но не прячет даже, а как раз которыми делится на своем онлайн-клубе, которые вдохновляют женщин и мам. И сегодня Анна выступит с очень-очень архиважной, даже я бы сказала, темой для женщин, которые выбирают роды в роддоме,
как доула помогает роженице в отстаивании ее прав в репрессивной системе родовспоможения. Hello? Hello. Anna, you're on air. So, you are really welcome to open our to continue our evening as a speaker from Slovenia. Mm-hmm. Thank you for your nice introduction. And I would like to really support and commence your efforts to present really important information to Russian-speaking people, to families, to mothers. Because я бы хотела очень поддержать ваши начинания, ваши комментарии, ваши все действия по поддержке русскоязычных мам. Mm-hmm. And it's really important to have this information in our native language. I'm also a translator, and it's very important for me to have this all this that I know presented to my fellow Slovenians so in our native language. Это очень важно, чтобы вы имели поддержку именно на своем родном языке. Я сама являюсь переводчиком, поэтому я сама понимаю, насколько это важно, и как бы это звучало, если бы для меня переводили на язык моей родной страны Словении. Okay. So I'm a Donna certified birth doula since 2013, but I work as a doula since 2010. Я являюсь сертифицированной доулой организации Дона. Could you please repeat the dates of your certification? It's not so important, but I would like to tell that I'm certified with Дона, so I apply Дона standards to my work, and this is important for this topic. Не хочет она уточнять даты, однако хочет сказать, что она подавалась, чтобы сертифицироваться в организации Донна и соответствовать ее стандартам. Вот это самое главное. So Donna International says that doula's role is to provide services to individual women, couples and families. Work with them individually. It's very important to offer them one-on-one care. Donna International, как организация, придерживается такого постулата, что задача доулы – это поддерживать индивидуально женщину, а также пары в родах и в подготовке, и при родах в нашей системе родовспоможения, здравоохранения. However, in my work as a doula, I see that it is very important also to make a greater impact, so to share information widely, because otherwise the parents don't come to me and don't use the doula support and also don't know how to speak for themselves. В моей профессии как доулы я считаю очень важным, чтобы делиться информацией, чтобы подготавливать пару к родам. Because the Donna International has in its ethics and standards two of doula tasks or purpose that I would like to emphasize today, so that a doula assists the woman in preparing for and carrying out her plans for birth,
and facilitates communication between the laboring woman, her partner, and her clinical care providers. В соответствии с этическим кодексом организации Донна, доула должна помогать женщине в беременности, в осуществлении ее планов, планов родах, и а также способствовать общению, коммуникации между женщиной в схватках, в родах, ее партнером, а также поставщиками больничных услуг, то бишь врачами. Окей, Анна. So it's very important that we don't impose our own wishes. So doulas don't impose our own wishes on the laboring woman or her partner, and that we just support them in their birth plan. So support their choices. And this таким образом, доула не навязывает своих собственных каких-то пожеланий, планов женщине в родах, однако же, наоборот, поддерживает матерей в их выборах. Окей. So as I see my work as two part. I have two goals in my work. Я вижу таким образом свою работу как бы в двух частях. Я преследую две цели. Okay. I don't know how to screen share. Okay. I'll just. Okay. Okay. So I provided this service that I mentioned before, but I, as a mother and as a childbirth educator, or that in that role of making greater impact, so that I would like to share information with families widely. I'm not satisfied with this one-on-one care only. И как мама, как преподаватель, как инструктор по материнству, я вижу большее влияние, больший эффект именно в том, чтобы не проводить такой присмотр только один на один за женщиной. So in our activist work we can write, we can speak publicly, we can organize educational group activities like this one, like this festival, and share useful information through websites and social media. Поэтому в нашей деятельности, в наших мероприятиях мы стараемся выносить наши действия публично. Мы стараемся публиковаться на сайтах, участвовать в социальных проектах, например, таких, как этот фестиваль. Окей. So in my doula role, I see that I can advocate for mother's self-advocacy, so that mother speaks up for herself and that she can effectively communicate her wishes to her care providers and have them realized. Таким образом, я как доула вижу себя в том, чтобы помогать женщине более эффективно взаимодействовать и доносить ее желания до других, когда она в родах, когда она в системе родовспоможения. И я выступаю за то, что я защищаю ее как бы, когда она и сама является адвокатом себе. Окей? But I find in this work... in this work, I find two sorts of pitfalls, so that it doesn't work very well always.
Но, однако, в своей деятельности я обнаружила такие некие ловушки, которые работают и которые случаются. Okay. So some pitfalls are external and some are internal. So that some come from the healthcare system because it is so how our healthcare system works, and some come from mothers themselves. И таким образом вот такие два вида ловушек. Одна из них это один вид это внешние ловушки. То есть, когда непосредственно действует система здравоохранения с ее эффектами, а вторая – это уже внутренние ловушки, которые исходят уже из самой матери. Окей. Okay. So, I find that external pitfalls are, for example, hospital rules and protocols that are very strict in our country. Что касается системы здравоохранения, то вот этой внешней ловушкой являются внутренние правила и протоколы больницы. So there is a thinking that women's wishes, some women wishes are dangerous, so that we can follow the birth plan of a woman as long as something happens that is dangerous for her. В данной системе существует такое мнение, что, что желания женщины они являются такими опасными. This is not always evidence-based medicine, but it's not questioned by mothers. So these protocols are not always evidence-based, but they are not questioned by mothers, so they don't doubt that it is anything. Ну, эти протоколы медицинские, они и не являются эмпирическими документами, но и не являются самими вопросами, исходящими от женщины. Healthcare providers also have great time constraints on their work, so they can only give 10 minutes of time on regular checkups during pregnancy, and also during birth they are very busy. И внутренние инструкции больницы предполагают, что существуют еще и ограничения по времени, то есть когда женщину опрашивают, то есть это не более 10 минут. Также существуют ограничения по ведению родов. And they also listen very, not very attentively to women's wishes. So there's limited openness to their wishes and to individualized care. Anna, please repeat. So they are not very open. Okay. Thank you. Стоит заметить, что работники здравоохранения не относятся очень индивидуально, очень сенсорно к женщине. Они не открыты навстречу к ней. Okay. So when the woman enters this maternity care system and wants her wishes heard, have them that the care providers hear their wishes, they also have to overcome these internal obstacles. И как только женщина попадает в систему, в больничную систему, уже возникает у нее соприкосновение и с ловушками этой самой системы, но еще и с вопросами касательно нее самой, с ее собственными и внутренними страхами, такими ощущениями. So they say that I don't want to appear too smart, for example.
That I don't want to be smarter than my doctor or midwife. И женщина думает, ну я вот не хочу казаться уж тут слишком умной, особенно перед, я же не умнее, чем доктор или акушерка. They say, what do I know about birth? So the care providers have been there 1,000 times. They have seen many, many births, and I give birth for the first time. So I should listen to them. И женщина продолжает думать, ну что я знаю, эти люди здесь в больнице, они видели роды 1000 раз. And I will rather follow their rules so that I don't make conflicts. They are very afraid of conflicts. И я должна лучше слушать их, я лучше буду следовать им правилам, их правилам, чтобы не создавать никакие конфликты. They also see many times they also see doulas and individualized care as luxury. Because we have a public health care system, and it is good in we don't have high maternity so we don't have dying women as they are in the third world countries, but and so this is luxury that I want if I hire doula or want my own midwife. И женщина думает, что если я найму доулу или домашнюю акушерку с их индивидуальным подходом, это же будет роскошью. Если, например, посмотреть на страны третьего мира, где вообще женщины умирают. And they say also that they don't want to complicate things and be one of those complicated selfish women. And they are afraid that they will be abandoned and receive negligent care because of their wishes. So they try to appease the healthcare providers rather than stand up for themselves. И женщина думает, что я не хочу усложнять ход вещей и быть одной из таких женщин, так называемых, таких трудных, эгоистичных женщин. Женщина боится испытывать заброшенность, халатное отношение, если женщина соприкасается с общественной системой здравоохранения. There are also too few options available, at least in our country, so we have no birth centers. У нас на самом деле существует в нашей стране не слишком много выборов. Если это перевести этот слайд, слишком много нескольких выборов. Home birth is not forbidden, but it is not provided for. So it's not arranged legally that you can give birth at home safely, but you can, since recently you can hire a midwife, a Slovenian autonomous home birth midwife. В Словении домашние роды достаточно не легализованы, существует опасность вот во мнении, что домашние роды это небезопасные роды и что обязательно нужно приглашать домашнюю акушерку и что очень мало таких автономных домашних акушерок для домашних родов. И в Словении нет родильных центров. Okay. So it's not forbidden. Home birth is not forbidden, but when you need домашние роды не запрещены, тем не менее. Okay. But if you need a hospital transfer, it is not smooth. It's not very good. You will be
So the birthing woman, if she needs help in the hospital, they will not be kind to her. И если в домашних родах случается ситуация, когда нужно транспортировать женщину в больницу, в госпиталь, то система транспортировки не отлажена, она не проходит так уж гладко, как хотелось бы. So if we as doulas want to empower women to have these options and to fight for them or just demand them, we have to empower them that safety is not always always something contrary to privacy, so that they can have both at once. И мы как доулы имеем задачу поддержать женщину в родах, однако же, ну, вселить в нее уверенность, однако же, чтобы она думала и о безопасности, и об индивидуальном подходе одновременно. We have a patient act in a patient rights act in Slovenia, so it is legal. our law says that we can demand informed consent, that the healthcare providers should give us options and alternatives when we ask for them. У нас в Словении существует такой акт прав пациента. Anna, could you please repeat what this act declares? So that care providers should give informed consent, so that we know the risks and we know the advantages of some care or some something that they would like to give us, so medicine or some, yes, so that we say yes and we know what we accept. The healthcare provider should inform us before the intervention or something. И данный акт прав пациента подразумевает, что поставщики больничных услуг должны подписываться, соглашаться, что без вашего согласия не имеют права делать ничего в отношении вас. Имеется в виду в период родов и период оказания медицинских услуг. Okay. I feel obliged to inform women that they have this right written in. Я должна как доула просто обязана информировать женщину об этом ее праве. And that they use this right, that they don't accept everything without questioning. И что она должна использовать это право и должна спрашивать, все вопросы свои задавать. So what can we do as doulas to overcome these obstacles? We can share useful information. We can. Что мы можем сделать как доулы? Мы можем распространять важную информацию, полезную информацию. We can share success stories. So if we know that some women succeeded in their fighting for their rights, so we can share this. И мы можем рассказывать истории успеха о том, как женщины могут отстаивать свои права очень успешно. We should care for ourselves also, so that if there was any trauma in our birth or in birth that we attended, we should recover from that trauma. И мы также должны и сами быть защищенными, если дело касается травм в родах.
что мы должны so heal for to recover. You can help to recover the trauma being doula. Yes. You mean emotionally? Psychologist. Мы можем как доулы помогать в послетравмовом восстановлении женщины или ребенка психологически, эмоционально оказывать такую поддержку. Okay. We can improve our communication skills, so we are more assertive and we can talk to care providers and parents so that the communication is really enhanced. Мы должны как доулы улучшать свои навыки коммуникации, чтобы разговаривать на должном уровне и с врачами, и с парами в родах. We can also build our self-esteem as mothers and as doulas. So I have a new habit that when I come from a birth, I ask myself, why am I a good doula? И мы должны являясь и доулами, и матерями, воспитывать в себе самоуважение как качество. И вот такое чувство у меня проснулось после моих родов, что почему я должна стать доулой. So we can always believe in our impact. И мы должны всегда верить в то, что мы можем влиять. Even if we think that the birth didn't have the best outcome to our opinion. But даже несмотря на то, что нам кажется со стороны, что наши роды имели не тот результат, как мы его себе представляли. We can share joy with this family that they reached their goals. И мы должны поделиться вот этой радостью с семьей, у которой родился ребенок. Как please could you repeat the end of the sentence? They reached their goals. Потому что семья все равно достигла своей цели. Okay. Mm-hmm. So I'm open to your questions. Ну что ж, теперь я открыта к вашим вопросам. Так, что у нас с вопросами, Ольга? Хорошо, позвольте тогда я зайду на сайт и посмотрю вопросы. Хочу отметить, что сейчас нас смотрит порядка 130 человек. Anna, now we have about 130 visitors. Mm-hmm. And I'm trying to look through the questions for you on our website. Unfortunately, I can't see them properly. Okay, so probably a lot of questions. Probably they didn't come yet. So I have my own question for you. Mm-hmm. У меня есть собственный вопрос тогда к Ане Павец.
Как должна женщина, как должна доула вести себя в родах, если действительно она видит грубое вмешательство и грубое отношение к женщине со стороны докторов, а женщина, будучи в родах, совершенно не может противостоять, потому что она в другом, в измененном состоянии сознания. Это мой вопрос, потому что, например, я в родах, я совершенно не могу разговаривать, я даже не могу, мне даже было очень трудно попросить что-то попить. Анна, would you please answer, how should behave a woman in labor and in giving birth, when there is a really forced and cruel attitude of from the side of the doctors, and a woman can't advocate herself being in this position in the changed conscious. Concerning my experience, I even could not ask for having some drinks, because I can't talk at all. So what is the role of doula at this situation when she has and sees this very, so forced position of doctors? Mm-hmm. So the first thing that she can do, the woman, that she writes her wishes in the birth plan so that they can read in advance that there is, so she can speak during labor and she can write in advance. This is the first thing that that we advise women, so that we have a saying in Slovenian that a nice word always finds a nice place. В Словении у нас есть поговорка, что хорошее слово приходится к месту. То есть сразу же должна дула сказать врачам, выступить в качестве защиты. But there are always cases when the doctors or midwives don't listen or don't read, or they have read but don't recognize this, don't follow this wish. И дула должна была сразу же должна вот вручить акт прав пациента и зачитать их, но как правило ситуация такая, что врачи не хотят читать и не хотят слушать. So parents can be very innovative, so that they find ways to bring with them the things that they would like to use, for example, drinks or something to eat in the hospital, and eat and drink during when they are alone in the room. Ну и у партнеров в родах, у семьи есть такая возможность, чтобы приносить с собой напитки и еду в больницу и пользоваться ими, когда они одни в палате. Then we can present evidence-based literature to doctors, so that we can show them that it is not evidence-based to starve women in labor. That they don't eat and drink. It is not evidence-based, so we can persuade them into this with evidence-based literature. Did you understand me? not really. We can present them with papers, so we can bring papers with us. Да, доула приносит с собой пакет бумаг, документов, и она дает ему врачу, что... Not doula. Parents, not doula. Окей. Именно родители приносят с собой такой пакет документов о том, что они, какие у них пожелания, чтобы они хотели получить, и это вручается врачу.
But my question was on another focus, that how can, what should doula say to doctors if if a woman in labor can't speak at all? Okay. She can. But there is some forced situation, that there is a violence from the doctor's side to the women, to a woman in labor. So if the woman didn't write her wishes, it's very hard for a doula to speak for her. So a doula can repeat what was previously expressed by the woman. If the woman expressed in advance what she wishes, that she wants to eat or drink during labor, doula can reinforce this. We can repeat, but or just provide the woman with water or food when they are not we're not in the room or something. But I wouldn't fight with the doctors when I'm a doula. Я уточнила вопрос свой, и Анна отвечает, что как доула она не может вступать в борьбу с докторами, она может только озвучивать, повторять то, что уже женщина сказала. И она может помочь, если женщина вот как-то знаками показывает, что она хочет кушать или пить, и тогда она помогает ей в этом. Окей, у нас есть еще один вопрос. Нуждается ли доула в сертификации или в этом необходимости нет? Сопровождать ее могут все, сопровождать женщину могут все. The question is from Julia. Is it necessarily for the doula to have some certificate, or it is that it's not needed, and there could be anyone who can follow her in labor and birth? So we strive for in Slovenia to the doulas won't need this certification, so that woman can choose whichever woman she wants to be with her. So it could limit the women's choices if we impose certification on all doulas. If only certified doulas would be accepted to the hospital, it would limit the women's choices. Наличие сертификата, мне кажется, будет лимитировать, ограничивать женщину в ее выборах. И у нас в Словении есть как сертифицированные, так и не сертифицированные доулы. But I find that we have more credibility towards parents and towards hospitals if we are certified. More credibility. They more trust us. Certified doulas are mostly trusted, right? Mm-hmm. Yes. Однако же, конечно, сертифицированные доулы пользуются большим доверием. Okay. I think our time is up. Анна, к сожалению, наше время истекает. And I would like to thank you very much for your time and for having four sons, and even with this, having a sick child, you find time for us. Я хочу очень сильно поблагодарить Анну за то, что она нашла время присоединиться к нам, несмотря на то, что вот у нее четверо сыновей и маленький ребенок болен. We will pray for you and for your children, for your child, to let him get well as soon as possible. Thank you very much. Я хочу
призвать всех наших слушателей, чтобы мы сделали такой же подарок Ане, как она нам сделала с этим вебинаром, помолиться за ее семью, за то, чтобы ее младший сын как можно быстрее выздоровел. And good luck in all your endeavors, being doula, being maternity instructor, being the activist of your clubs in Slovenia. И я хочу пожелать удачи вам как доуле по профессии, как инструктору по материнству, как активисту многих клубов в Словении. Probably you would like to wish something to our participants of the festival as well, from your experience of many kids' mother and the maternity care instructor. Может быть, вы нам что-нибудь пожелаете с высоты вашего опыта многодетной мамы, инструктора по материнству? Okay. Some words. We have many different experiences, but we can learn from each experience. So it doesn't need to be the perfect birth or perfect parenting that we are growing as mothers and as doulas and as people to each other. Я хочу сказать, что нам не нужно быть идеальными матерями, нам не нужно быть идеальными в своих родах, в родительстве, в доульстве. Okay? So I wish all of you that you would have joy for your families and for your successes. И я просто хочу вам пожелать, чтобы вы испытывали радость, взращивали эту радость в самих себе и в вашей семье, принося эту радость в вашу семью. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you for being with us. Thank you for inviting me. Спасибо за то, что пригласили. Thank you. Okay. Okay. Спасибо вам, что остаетесь, смотрите нас, наши дорогие слушатели. И сейчас мы объявляем небольшой перерыв технический, прежде чем выступит наш следующий спикер. И, конечно же, мы готовим еще много сюрпризов, чтобы вам было интересно, чтобы вы чувствовали, насколько мы хотим, чтобы вот эта энергия, сегодня у нас просто несколько доул, если вы хорошо смотрите расписание, сегодня у нас доула из Словении сменяет доула из Швейцарии, и вот этот круг, который мы начали 2 декабря, он продолжает расти, и доулы продолжают делиться своим опытом, особенностями своей профессии. Так что, пожалуйста, готовьте вопросы, мы с радостью будем их озвучивать. И далее, если на какие-то не успевают отвечать вопросы, мы будем просто их переправлять нашим спикерам. Я также договорилась с Анной, что несмотря на то, что много детей, она все равно найдет возможность ответить вам. Ну а мы в свою очередь найдем возможность их переправить вам и снова перевести, чтобы вы имели эту информацию. Хорошо, сейчас я объявляю перерыв на 5 минут. Мы скоро снова увидимся. Оставайтесь с нами,
на первом международном онлайн-фестивале по естественным родам «Чудо в сердце» proestro.com. Чудеса случаются, и они случаются с нами.